Любите прыжки, бег, препятствия, оригинальный геймплей и думать головой? Тогда эта игра сделана специально для вас. Это «Джампфобия». «Джампфобия» — это изначально вышедший в виде флеш-игры популярный пазл-платформинг, который завоевал массу положительных отзывов во всем мире. Вследствие популярности разработчики сделали игру для iOS и теперь, наконец, и для Android. Встречайте! «Джампфобия» была признана игрой месяца. Механика игры отличается от классических представителей этого жанра. Прыжки совершает персонаж сам, а вот ты будешь управлять именно бегом. Это не просто бег с прыжками через препятствия. Тут нужно включать мозги, смекалку и скорость. Кроме обычного прохождения и бега с прыжками, есть дополнительные задачи. И, конечно, главная задача – выжить. Графика игры сделана, как и в старые добрые времена, в стиле флэш, в минималистическом виде. Это очередная время-убивалка. Но какая? В общем, если у тебя нервишки в порядке, и ты не разбил телефон, когда играл в Flappy Birds, то можешь смело качать. Советую.